Желание расширяться, развиваться и ощущать величие присуще всем человеческим существам, но мало кто тратит время и усилия, чтобы действительно стать великим. Не будь одним из них. Берите пример с великих и проявите к своим мечтам уважение, которого они заслуживают. Вот лучшие цитаты Криштиану Роналду, чтобы открыть свое величие. «Твоя любовь делает меня сильным. Твоя ненависть делает меня непобедимым». Никогда не слушайте ненавистников вокруг вас. Вместо этого примите их ненависть как мотивацию и докажите, что они ошибаются. Тот же самый огонь, который сжигает одного, может стать топливом для другого. Я живу во сне, от которого никогда не хочу просыпаться. У вас есть возможность жить своими мечтами, но ты должен командовать. Составьте план и примите сильные меры. Будущее благоволит настойчиво. Я не хочу рассказывать о своих мечтах. Я хочу их показывать. Не говорите только о том, что вы хотите сделать. Иди и сделай это. Люди любят говорить о своих мечтах, но только те, кто усердно трудится, могут ощутить вкус величия. Я не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали. Я хотел бы навязать свой собственный стиль игры и сделать все возможное для себя и для своего клуба. Ваше ремесло и ваш талант приходят изнутри вас. Они не зависят от того, что делают другие. Черпайте вдохновение от других, но никогда не завидуйте. Я хочу постоянно хорошо играть и выигрывать титулы. Я только в самом начале. Слабые цели приносят слабые результаты. Всегда ставьте перед собой амбициозные цели, которые возбуждают вас и разжигают огонь внутри. Единственный предел – это тот, который существует в вашем уме. Нет ничего плохого в том, чтобы мечтать стать лучшим игроком в мире. Все дело в том, чтобы стараться быть лучшим. Я буду продолжать упорно работать, чтобы достичь этого. Но это в пределах моих возможностей. Вы должны верить в свою способность стать великим. Мы состоим из одной и той же материи, и если мы каждый день, каждую минуту тренируемся усердно работать, учиться и развиваться, никто не сможет помешать нам стать великими. Я просто обожаю забивать. Это дает мне самое счастливое чувство в мире. Неважно, будет ли это простой гол с близкого расстояния, дальний удар или дриблинг вокруг нескольких игроков. Я просто люблю забивать голы. Вредно иметь пристрастие, но хорошо быть зависимым от прогресса. Станьте зависимым от улучшения, и вы станете неудержимым. Это одна из лучших цитат Криштиану Роналду, потому что она показывает, что прогресс – это наркотик, который великие люди всегда высоко ценят. Я ничего никому не должен доказывать. Ваш единственный конкурент – это тот человек, которым вы были вчера. Бросайте вызов себе, а не другим. Я рассматриваю футбол как искусство и всех игроков как художников. Если вы прекрасный художник, то последнее, что вы сделаете, это нарисуете картину, которую уже нарисовал кто-то другой. Относитесь к своей работе как к ремеслу. Не кради у других. Дайте ему свое видение, творческий подход и самоотверженность. И вы сможете построить что-то уникальное. Я не перфекционист, но мне нравится чувствовать, что все делается хорошо. Более того, я чувствую бесконечную потребность учиться, совершенствоваться, развиваться. Человеку свойственно реализовывать свой величайший потенциал. Поэтому никогда не прекращайте учиться и развиваться. Какая цитата вам понравилась больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях.